только с той стороны леса видно. Стадион видно. Да, наверх, блин. Так, ну я тоже хочу обойти по кругу, посмотреть. Да, башня высокая. Вот я тебе за то говорил. А я тебе за это говорил. Ich wollte auch zu diesem Ding. Ну, поедем потом. На другой парклёс. Стефан, вот оттуда мы пришли. Вот парковка. Наша машина где-то там в том районе стоит. Красота какая. Вот среди этих лесов. Папа, ведь трауса здесь даже. Среди вот этих мест мы живем. Это видео я показывал, как это китайца или кого-то, мужика по стеклянной лестнице тянули, он орал. Китайский. Городской стадион. Вот видишь, вот мы когда проезжали вот с правой стороны, я почему думаю, что-то не то, мы не туда идем, потому что там как-то деревянное строение было. Не, да, я хотела на эту турму сюда. Цук шпицы. Я тоже где-то вот дошла. А я знаю, что направо надо было нам. Вот, вот смотри, вот туда вот. Здесь плохо видно на камере. Вот все горы, это видно те, которые вот... Альпы уже. Все горы написано, где какие горы. 2 мая 1989. На перила я сразу не обратил внимания. Видишь, видно даже все горы какие. Вот Цукшпицы. В каком направлении Цукшпицы? Ну, вот, видимо, когда-то видно, наверное, да? Вон там вдалеке что-то так. И вот на перилах вот все написано. Какие горы видно? Какое место, какие горы видно, сколько километров. Интересно. Я das wollte ich gerade sagen. Ich habe mal Ну вот мы спустились с этой вышки. Эта вышка является одновременно ретранслятором для телевидения, для радио, для мобильных телефонов. Потому что здесь все в холмах, и на каждой вышке, на каждом холме вот такие ретрансляторы стоят. Смотри, я думаю, наверное, скорее всего, да, наверное. Пойди, как там нужно написано. Скорее всего, там нужно выявить.
Не обязательно здесь, в этом месте, бродить по лесу. Можно приехать с детьми, и дети вон играются. А ты сидишь, отдыхаешь спокойно. Папа, wollen wir wippen? Da ist eine Wippe, also. Вот с левой стороны еще есть футбольная площадка, и там идет футбольный матч. Короче, люди отдыхают. Погодка супер. Nichts gegen Reutlinger, Stefan. Это вот если сюда идти, то куда-то идешь? В эту сторону. Да тоже к этому в сторону. Сюда. Вот, скорее всего, если бы мы пошли вот по этой дорожке туда, дальше вот мы фельс, мы вот, скорее всего, вот здесь пошли наверх, вот так. А если вот так наверх, оно вот туда идет. Так вот, это полностью все дорога. Ну, идем. Так, очередная наша цель. Шлейхерхютте. 0,6 километров. Туда. Идем туда. Ну да. Вот на пути нам другой пункт. Красиво. А внизу, как всегда, пропасть. Близко не подходим. Так, фу, я тебе сейчас дам. На, я тебе дам сейчас. Hallo. So stört sich noch leichter, wenn du stürzt. Че, пошли дальше? Ja. Сейчас увидим. О! О, хорошо, пришли. Это как раз такая вселена. Блин. Ich finde voll gut gemacht, sagen. Wenn die Bogenschützen da durchschießen, das ist so eine Mauer. Die Bogenschützen passen. Смотри, вон там мы были, вон она. Осторожно. Вот она, видишь? Тот же город, только другой ракурс. Мы были вот на той стороне. Оттуда, с той стороны, мы наблюдали весь город. А сейчас уже с другой стороны.